Re, viss ēters ir te. Второй день подряд в Латвии побит температурный рекорд. Последний раз так жарко в эти дни в нашей стране было 104 года назад. И жара не отступает. Синоптики обещают плюс 30 и больше до самого лига. О том, как спастись от зноя и чувствовать себя хорошо, расскажет Виктория Пушкила. Сегодня температурный рекорд уже побит. Плюс 32,4 градуса в Риге. Синоптики прогнозируют, что рекорд вновь падет завтра и послезавтра. Уже в день лига в западной части Курземы будет ветер со стороны моря. В Лиепае и Вентспилсе в день лигу будет 20-23 градуса. Прохлада после такой жары. Но на остальной территории Латвии на лига будет 30-33 градуса. В силе красное предупреждение. Жара может усугубить хронические заболевания. Вчера в больнице доставили 20 человек с симптомами перегрева. Чтобы в такую погоду чувствовать себя хорошо, врачи рекомендуют планировать свой день так, чтобы большую часть дня проводить не на солнце, а в тени. Носите легкую светлую одежду и не забывайте о головном уборе. Пейте много воды, мажьтесь солнцезащитным кремом и избегайте физических нагрузок. И самое главное, ни при каких обстоятельствах не оставляйте в закрытой машине своих детей или домашних животных. За 30 минут на солнце воздух в салоне может прогреться более чем до 50 градусов. Стоит подумать и о тех питомцах, которые остались дома, чтобы у них была полная миска с чистой и прохладной водой и возможность спрятаться в тени. Животные очень умные. Они самое жаркое время дня проводят либо во сне в тени, либо купаются. Никакой активной деятельности днем мы не видим. Человеку нужно брать пример с животных в середине дня отдыхать. В зоопарке говорят, что их животные от жары не страдают. У морского котика здесь эксклюзивная возможность. У него свой остров. Когда он хочет, может пойти в воду. Пока температура ниже 20 градусов, ему хорошо. У него есть выбор – или загорать, или плавать. Точно так же, как у людей в Юрмале. А вот у водителей спрятаться от солнца возможности нет. В такую погоду в некоторых местах может плавиться асфальт. При такой жаре на отдельных участках дорог, покрытых асфальтовым покрытием, которое давно не ремонтировалось, которое износилось, и в котором много залатанных дыр, на таких участках могут появляться так называемые испарины. Эти испарины, они могут быть очень скользкими. Водители призывают быть осторожными и сообщать о таких местах по круглосуточному телефону 8-000-5555. Наши коллеги предприятия Латвийского автоцелюстра ТАСА, они посыпают эти испарины, вспотевшую дорогу, песком, для того, чтобы это меньше скольжения было. Мы призываем быть особо внимательными мотоциклистов, потому как для них опасными являются и те участки, которые посыпаны песком, так как и песок для двух колес является скользкой поверхностью. Виктория Пушкила, Марис Юргенсон, Латвийское телевидение.